Приветствую вас на первом циничном и на любопытном каналах и приглашаю на встречу объединенного мужского движения, которое пройдет в Москве 8 марта. Очень долго думали, какую бы более знаковую дату подобрать для объединенной встречи мужского движения. Лучше ничего не придумали. 8 марта то, что надо. Встреча будет по сути уникальная. Это объединение мужского движения. Фактически полностью мужского движения. До этого момента были отдельные встречи со мной, с подписчиками, территории свободных мужчин. Последняя встреча была вот объединенная с Михаилом Нестеровым. А теперь практически все сколь-нибудь крупные и дееспособные активисты мужского движения. На встрече будут присутствовать Дмитрий Селезнев, это сайт «Мускулист», Михаил Нестеров, «Мемуары Омеги», и, соответственно, ваш покорный слуга Иоганн Себастьян. Повестка встречи, во-первых, выход мужского движения в реал. Я скажу несколько слов о территории свободных мужчин, о нашем видении выхода в реал. Дмитрий Селезнев очень большие планы имеет по поводу создания, может быть, общественной организации. Короче говоря, будем беседовать. Самое главное – это живое общение, как и всегда, с вами, с подписчиками, с читателями сайта «Мускулист». Ваши предложения, ваши вопросы, короче говоря, живое общение. Вообще встреча будет, наверное, очень многочисленной. Я думаю, что где-то около 100 человек может присутствовать. В прошлый раз у нас вышла небольшая накладка. Снимали аудиторию на 40 человек, ожидали, что максимум 40 человек будет. В итоге по спискам в аудиторию вошло 54 человека. Не знаю, все ли были или нет, но по спискам вот было 54 человека. А хотели присутствовать там около 70. Пришлось нескольким отказать. Сейчас все будет нормально, места хватит всем. Мы арендовали зал. Это совсем не та аудитория, это другой зал, то есть 100 человек там нормативная вместительность. Я думаю, что 120-130 туда входит спокойно, скажем так, если сверх будет кто-то. Поэтому жду вас 8 марта. А сейчас техническая сторона, я ее продублирую, в описании ролика укажу. Техническая сторона встречи, зачитаю, чтобы ничего не забыть. Итак, по времени 8 марта с 17 до 21. Да, кстати, встреча 4 часа будет. В прошлые разы встречи всегда были по 3 часа, сейчас 4 часа. То есть все хватит времени. Вопросы задать, ваши предложения послушать, может быть, у кого-то идеи какие-то есть. Всем выступить времени хватит. То есть 4-часовая встреча, все отлично. Территориально, где это будет? Метро «Красные ворота», улица Каланчевская, 17, строение 1, 6 этаж. Как найти примерно? Вход слева с торца дома. Там же будет вывеска «Photo Play School». На латинице написано «Photo Play School». Участие, организационный взнос на аренду 300 рублей при входе будет собираться. Предусмотрен кофе-брейк. Скорее всего, даже два кофе-брейка будет. Все-таки 4 часа, маловато один кофе-брейк. Может быть, сделаем два кофе-брейка. Запись на встречу, да, только по записи, только по спискам. Приходите с собой, берете документы, потому что там вахта на первом этаже, скорее всего, сидит. И, соответственно, проходите по спискам. Поэтому запись в личку к Сергею Пармусову. Теперь полностью. У нас есть там, чат создан, мероприятие. Но, тем не менее, вся запись, потому что тогда мы делали и в личку, и плюсики ставить в мероприятие. Сейчас в личку Сергею Пармусову. Его личку я тоже опубликую в описании ролика. Поэтому все к нему, чтобы не было разброса через плюсик, чтобы все были учтены. Таким образом. Я думаю, что в ближайшее время анонс также пройдет. Он уже прошел, предварительный анонс. Еще пройдет окончательный на сайте «Мускулист». Я думаю, что анонс сделает Михаил Нестеров у себя на сайте. Ждем вас всех. Действительно, встреча будет уникальная, по сути. Это и есть мужское движение. Вот сейчас это наиболее дееспособные активисты мужского движения. Фактически объединение закончено. Дальше закончится. Дальше будет, наверное, развитие, может быть, объединение с какими-то близкими нам по духу, по идеям, силами, уже не мужского движения. Может быть, молодежь будем подтягивать. Фактически активисты уже объединились. И действительно хотелось бы видеть всех вас на этом эпохальном для мужского движения событии.